И всем привет, дорогие друзья, с вами Лагерь, и сегодня такой вот необычный видос, как вы уже поняли по названию, наверное. Сегодня у меня у гостях Настюша GPA. Давай, скажи привет. 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 Вот, она вам говорит привет, и как вы уже поняли по названию, мы будем ее учить играть в Майнкрафт. Настя, скажи мне, что ты знаешь о Майнкрафте? Там можно строить и красть одежду. Это все? Это да. Ну, это я тебе сказал 10 секунд назад. Там все квадратное. Это все знания, да? Да. Ну ладно, давай попробуем тебя научить, это должно быть весело. Нажимай одиночная игра и нажимай создать новый мир. Как ты его назовешь? Давай, можешь назвать его как захочешь. Блин. Что, сложно, что ли? Ну, уже на этом этапе проблемы. Да, Настя говорила, что будет все сложно, я боюсь, это так стрёмно. И все, мы достигли названия игры, и все застопорилось. Блин. Блин. Ну, давай. Ну, пускай будет наш город Лида. Лида — это вообще как бы, да. Это будет целый мир. Это... Лидея. Пускай будет Лидея. Мир Лидея. Ладно, это очень странное название. Нажимай «Создать новый мир». Ну вот все, сейчас будет твой мир, на котором ты будешь учиться. Итак, мы возродились в новом мире, и первое, что делает Настя, это тонь. Я, это пробел, тыки, пробел. А, я даже прыгать не могу, все настолько запущено. Все всплыло, вот. Вот, все. И что? И ты вот на самом деле не знаешь, что это за мир, никогда его не видела, никогда, ну, не знаешь, что сейчас делать. Ну, пускай это будет, это ж Лидея, нужно прыгать, это... Я не знаю... Это сложно. Это, смотри, это вообще не сложно. Давай, короче, как и все такие профессиональные майнкрафтеры, ты пойдешь бить дерево рукой. В процессе. Выбирай любое дерево, которое тебе нравится, и можешь его долбить. Нажми и держи. Все? Нет, держи, пока оно не сломается. Ладно, повинуюсь. Бери его. Блин. Давай. Я хочу быть наравне с ним. А, вот, бери его, подходи, бери его. Вот, смотри, теперь оно у тебя есть. А что оно такое? Что? Че пустота? Тебя... Где кусок дерева? Тебя волнует то, что оно висит? Да. Дорубай его, все дерево дорубай. Я в процессе. И дорубай, и это, и сверху дорубай еще. Блин, я его потеряла. А вот. Вот она. И я тебе открою секрет, еще и сверху будет над ним. О, всю листву сломала. Это странно. Разбойница. Тебе странно, что... Это странно, что она ломается с середины. Ты могла ломать его с самого верха, если бы залезла на него. Да, ты не все дерево собрала, оно лежит снизу где-то. Видишь? Что это? А это чернила. Это вот... Ладно, это я подумала, это утки. Нет, это выбросила на дерево у чувака и его убила. Прикинь, ты уже кого-то убила в своем маленьком мире. Я убийца. Нет, на самом деле нет. Ладно, теперь у нас есть дерево, и ты с ним можешь делать всякие штуки. Знаешь как? Как? Нажимай на Е. Мне понравилось. Ты еще дерево хочешь? Ну хорошо, собирай дерево, собирай, и построишь из него свою хату первую. Обычно, знаешь, все, кто обычно начинает играть в Майнкрафт, строят ее из земли, но мне кажется, у тебя будет элитное начало, и ты построишь ее сразу из дерева, как строит большинство. Это я люблю. Я люблю строить. Посмотрим. На самом деле, мне интересно, что у тебя из дома получится, типа. Я строю всегда всю жизнь строил коробочки. Посмотрим, есть ли у тебя какой-то, вот, знаешь, типа, строительный талант, что ли. Ну, я в Sims строю по несколько часов. Ну, в Sims там все уже готово, а здесь ничего не готово. Видишь, как далеко ты можешь доставать и рубить. О, все, дальше. Смотри, лайфхак. Берешь первый блок, вот нажимай на единичку. Вот, видишь, у тебя еловое бревно. Смотри под себя. Прыгай и правой кнопкой мышкой ставь его под себя. Что же слишком сложно? Нет, ты убежала. Вернись под дерево. А, вот, блин. Вот, ищи, вот это у тебя дерево? Да, иди сюда. Теперь прыгай на пробел, ставь под себя дерево. Боже мой, как сложно. Да, давай. Блин, получается. Тихо, все нормально, давай. Смотри вниз. Ну. Прыгай. Ты не попадаешь, смотри, ты головой бьешься об листву. Вот так выровняйся. Еще выровняйся. Правее. Посмотри вверх, ты видишь? Ты бьешься, видишь, об листву. О, все, она исчезла. Теперь ставь под себя. Я не понимаю, как ставить. На правую кнопку мышки. Вот ты бьешь на левую, а ставить на правую. Только подпрыгни сначала. Вот, видишь, и теперь ты можешь достать то дерево. Лайфхаки для начинающих.
Он, видишь, оно застряло сверху, оно не упало. Вон, видишь, оно справа, вот-вот-вот, видишь? Тебе надо его достать. Руби листву, чтобы его достать. А, блин. Да, ломай, ломай листву, на которой он лежит. Запрыгивай на то бревно, чтобы тебе... О, все, оно исчезло. Давай, давай, давай. О, да, ты молодец, ты достал. А как мне это забрать? И это тоже можно срубить, как ты рубила. Прикол. Вот, прикол. А еще сверху я видел, выпал росток. Посмотри наверх. Так, где-то росток должен быть. Ломай листву, ломай всю листву, ломай. Вот, видишь, росток, вот он. Вот, наверное, слепая. Вот, вот он над тобой, да-да-да. А, да, то, вот. Что это крутится? Да-да-да, вот смотри, теперь у тебя в третьем слоте, вот видишь, третий слот у тебя. Можешь выбрать этот, можешь выбрать росток и посадить обратно дерево. Как мне его выбрать? Вот, либо колесико крути, либо на кнопочку 3. Ну, колесико лучше, крути. Крути. Вот, назад верни. Вот. Ага. И теперь ты можешь его посадить обратно. Ну, почти обратно, почти на то же место, знаешь, она вырастет почти там же. Ну ладно, ты можешь пробежаться по миру и посмотреть, что здесь, да как, возможно, тебе что-то понравится. Что необычно ты здесь видишь? Кветки, цветутки. Это папоротники, вот это вот. Вот это вот, это не хочу, мне нравится вот это вот. Ты можешь его собрать. Я хочу розы. Смотри. Так же нажимать? Да, вот видишь, ты... теперь у тебя есть роза. Ты открыла новое достижение, новый рецепт. Потом, короче, как ты втянешься, мы будем выполнять достижение. Это тоже интересно. Кстати, это ВКонтакте не вам, ребят. Те, кто смотрит, это не вам. Если ты куда же нибудь злыми очень. Ай-о. Беги. Ай-о. Беги. Ай-о. Беги. Чтобы бежать, этот, убегай от них. Убегай. Боже убегай, мой. Не злые. Убегай. Смотри, на Ctrl попытайся нажать, чтобы бежать. Да, только не в листву. Беги не в листву. Прыгай, беги. О боже мой, как беги. Тяжело быть геймером. Ладно, ничего страшного, давай возродиться. Пошли попытаемся найти твои вещи. Помнишь, куда ты шла? Мне кажется, это было очень плохо. Нет, попытаться было... их убить. Это, да, вот попытка с ними повоевать была не очень хорошая. Ты помнишь, откуда ты пришла? Нет, я помню, что я упала. Давай мы, короче, тебя сейчас проведем и продолжим. Ну вот, в принципе, мы убежали. Как тебе было вот это драка с волками? Мне понравилось. Понравилось? Я хочу мукоморы, да. А знаешь, ты сразу догадалась, что это? Слушай. Ну, это же понятно, это я не знаю. Да, собирай грибы, сейчас ты, как любая нормальная женщина, будешь готовить их. Я люблю готовить. Да, тебе нужно побольше мухоморов, кстати. Почему? Потому что, видишь, у тебя всего один мухомор, а ты те грибы сломала и не собрала. Давай, собери их. Блин, я просто не понимаю. Не, все, это они уже сломаны. А-а-а. Тебе надо просто подойти их и взять. А-а-а, всегда проще. Вот, видишь, ты их взяла. Попытайся найти еще мухоморы, и это будет твоя первая еда. Просто я их не вижу. В смысле? Как минимум вся проблема в этом. Они здоровенные, на полэкрана. Нет, цветы вижу, а мухоморчики не вижу. А, мухоморы, да, кстати, я тоже их не вижу. Видимо, он только один был. Все. Все, мухомора больше нет. Ладно. Давай, короче, смотри. Самое важное, что первым делом делается в Майнкрафте, это верстак. Слышала когда-нибудь, нет? Нет. Ладно, давай попробуем его делать. Нажимай на кнопочку Е. Ты. Е. Вот, отлично. Теперь бери свои бревна. И тащи их вот сюда. Да. И теперь собирай вот эти вот очищенные доски. Угу. Бери много бери. Все бери. А вот мне их тянуть. Прям тыкай на них, прям тыкай. Вот, видишь, они собрались. Теперь их все можешь в одну доску сложить, большую. Еще и вот эти можешь. Ух, вообще. А теперь бери 4 этих доски и ложи на каждый из кубиков, чтобы получился такой квадратик. Там, сверху. По одному. Правой кнопкой мышки давай. Оп, нет, правой кнопкой мышки. А, я туплю. Вот. Все, можешь возвращать эти обратно и бери верстак. Угу. Все, теперь все досочки тоже забирай. И все, и бери в руки верстак. Вот, бери и переноси его на нижнюю панель. Вот, все, теперь выходи из меню и ищи верстак все в руках. А, блин. Вот, теперь ставь, где тебе понравится. Нет. Ничего, оно не ставится. Потому что ты ломаешь, правая кнопка мышки. А. Теперь заходи в него. А. На правую кнопку мышки на верстак. Я понял. Вот, смотри, теперь у тебя большое, видишь, поле. Это было маленькое 4 на 4, а здесь 3 на 3. Это большое поле. Давай теперь я тебя научу первым делом делать самое полезное. Тарелки.
Ну давай. Смотри, берешь вот эти вот еловые доски и кладешь их вот такой вот штукой, вот сюда, сюда и сюда. Сюда, сюда и сюда. Я показал три абсолютно других места, чтобы вы понимали просто. Я просто здесь на экране тыкаю. Я показал ровно три противоположных места. Да? Да, ладно. Теперь забирай вот эти вот доски снизу. О, да-да-да, вот. Вот, видишь, теперь у тебя получились миски. Все, бери миски и забирай доски свои с верстака. О, ты делала кнопку. Блин, я не знаю, откуда она взялась. Ничего страшного. Теперь бери миску, ложи их на верстак на нижнюю часть, вот по центру. И теперь бери один мухомор и один гриб, и ложи над миской вот сюда, и еще один гриб над. Вот, смотри, теперь у тебя есть тушёные. Все, это твоя первая блюдо. Забирай все с верстака. Все, забирай. И смотри, нажимай на Е. Смотри, оглядывайся, смотри, вокруг уже ночь. Блин, тебе, это так круто. Тебе нужно срочно строить хату. Бери в свои руки блоки, которые тебе были, дерево, которые остались. Нажимай на Е, ищи их, они у тебя там где-то внутри. Вот, бери их. Ложи в любое место, которое тебе понравится. Сюда можешь. И все, и давай, и правой кнопкой мышки строй вокруг себя дом. Потому что сейчас придут монстры, и тебе надо срочно построить дом. Так. Вот, вот, смотри, смотри, твоя первая хата. А ты что-то там про коробку говорил? Это же коробка не получается. Ну почти, почти. Слушай, у тебя неплохо получается. А сколько там лимит, наверное? Ну у тебя еще, смотри, вот у тебя сколько еще штук осталось. Ну, почти. Лимита как бы нет. Ты можешь ходить, если что. Да блин, даже не попадаю. Ты можешь ходить и ставить. Это типа не запрещено. Все куда проще. Все, смотри, вот можешь подходить и ставить их вот так вот, вот так вот. Здесь папоротник. А что... Сломай его, вот все. А молодец. Что будет, если придут волки или что там? Там придут зомби, криперы и скелеты. Строй всё? Выше, выше строй. Ага. Это ж... Ты что? Это ж мало. Тебя ж и так видно. Это больше похоже на дымоход. Блин, а как это убрать? Ломай. Ломай, как все ломаешь. Ломай, как никогда. Я тебе потом покажу инструмент, который можно ломать быстрее. Но пока надо строить. Быстрее строй. Давай, давай. Это какой высотой должно быть? А, вот как тебе понравится. Ау. Строй. Ты можешь ходить. А можно убрать эту штуку в центре? Верстак? Вот эту. Да, можно убрать. Да его сама сюда поставила. Что-то она меня бесит уже. В самом центре стоит, не дает мне покоя. Строй, строй, строй. Блин. Давай, давай, почти, ну. Почти построила хату. Так, все, молодец. Смотри, это твоя первая коробочка. Блин, тебе ночь. Сложно будет поставить пока что блоки сверху, поэтому давай сначала сделаем дверь. Давай. Бери верстак, который ты сломала, и он у тебя где-то в инвентаре должен быть. Вот, ставь его на любое место, которое тебе нравится. И ставь его где? В доме у себя, вот в твоем пентхаусе таком. Да, вот, вот, поставила. Теперь заходи в него. А как заходить? Правая кнопка мышки. А, ладно. Теперь выстраивай дверь. Знаешь, как выглядит дверь? Вот так вот выглядит дверь. Из досок? Да, да, да. Видишь, какие полезные доски? Блин, что-то я, наверное, не так делаю, да? Да, вот так вот делай, вот. Вот, теперь у тебя есть дверь, бери ее. Положи сначала эти доски к себе куда-нибудь, вот. И теперь доски забирай, чтобы они у тебя не вывалились. И ложи их в себя в инвентарь. Блин, что-то я, наверное, точно это делаю. Нет, все в порядке, не перебивай, вот так вот бери. И теперь у тебя есть двери. Смотри, и теперь выбирай, где будут двери. А, блин. Только тебе надо сначала сломать вот эти доски, чтобы выйти, да. Ну, чтобы не выйти, а чтобы поставить, где тебе будут двери. Он упал, я хочу его забрать. Заберешь, вот, забирай, и теперь можешь поставить здесь дверь. Ну, почти, кстати, прикол. Ровно. Почти ровно. Теперь двери эти можно открыть. Я их и выбью? Ну, если ты будешь их бить, ты их выбьешь. А как открыть? Правой кнопкой мышки. Вау. Теперь ты можешь выйти, смотри, какая магия. А, там теперь как раз... Теперь ты можешь проходить сквозь стены. Мне нужно забрать мои блоки. Что за бру пропадать? Да, все, отлично. Ну ладно, смотри, давай будем считать, что ты первую ночь почти пережила. Еда у тебя есть, дом у тебя есть, все, заходи в него. Он классный. Я бросаю двери. Ты бросаешь двери. Они мне нужны. Все, заходи внутрь и можешь закрывать двери, чтобы тебя никто не прошел. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что вам первая серия понравилась. Настя, как тебе? Мне понравилось. Тебе понравилось? Ты еще будешь постигать мир Майнкрафта? Я попытаюсь. Мы дальше можем еще больше там, ух, дальше еще можно творить. Ты готова будешь? Ну да, да, да. Ну что ж, ребятки, если вам понравилась первая серия, обязательно ставьте лайки, и мы продолжим там
буду уже Насте помогать внутри, не за одним компьютером будем сидеть, а там за разных, за разными компьютерами. Ну, в общем, все зависит от вас. Если вам понравится, то мы обязательно продолжим. Ну что ж, с вами были Лагерь и Настюша, как тебе? GPG или GPage? GPage, правильно. Настюша GPage. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Ну скажи. Пока-пока.